Я тебе говорю, во-первых, блядь, судейство будет в двух сторонах. Да нет, сами как. Посерьезнее, чем вот эти две команды. Это футболисты все, спортсмены. Больше Минского резерва. Это те студенты, которые, блядь, 10-11 класс были потянули футболисты. Они все идут туда учиться. Кто 10-й, вот ему говорит. Ну, типа Саша говорит, да. Он же тоже не потянул, я не спонял. А кто 10-11 класс потянул, они в беду. Сейчас где? Блять, однохуйственно, это просто кому мамка сказала, я буду учить 10-11, кто ты в беге учится. А кто хуй забьет? Че, ты, Егор, на ворота будешь вставать? Сегодня? Ну вообще, да. Я думаю, встану, я сегодня дома. Саня сегодня пропустит сразу. Тю-тю-тю, да. Машина, да? Бей, меня, бей, пацан. Не жалей, такой, да? По очереди давайте. Камень, знаешь, что? А что, живот или похуй тебе? А ты захочешь. Вот это, гал. Знаешь, как ты и там? Что, в ножках? Так же, бля. Ох, бля. Сильно? Бля, сорян. Я думал, ты в ножках, просто хорошо. Ох. Блять. Постарел, да? Постарел. Откуда сколько уже? Последний. А что типа? Прыжки? Ох, блядь. Забывай, подожди. А, подальше. Идем мы что-то? Ты сюда бежишь? Все, 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 Диего. Ты влево бежишь? Потянись, во! Хорош! Вытащил, вытащил. Эй, ты не должен задевать такой, да? Чё, иди с той стороны. Добивание.